В рамках мероприятий, посвященных Дню семьи, работники отделения социального обслуживания семьи и детей комплексного центра социального обслуживания населения во дворе центра организовали концерт для детей из малообеспеченных и многодетных семей, куда в качестве гостей были приглашены служащие городской мэрии. Первым слово для приветствия было предоставлено заместителю директора центра Абдулзагиру Аджиеву. Семья – это основа общества. Все начинается с семьи. Если в стране все семьи будут благополучны, материально обеспечены, то и страна это богатая страна. Для детей была организована развлекательная программа. Волонтерами колледжа сферы услуг были исполнены вокальные композиции и хореографические номера. Сказочные герои Маша и Медведь предлагали малышам интересные задания. Ребята вместе со взрослыми пели, танцевали, водили хороводы, отгадывали загадки, за что и получали маленькие сладкие подарки. Праздник было приглашено более 30 семей и 50 детей из многодетных и малообеспеченных семей, которым были подготовлены продовольственные пакеты и подарки. Руководство центра выразило благодарность всем ведомствам муниципалитета за оказанное внимание и финансовую поддержку, а также волонтерам колледжа и школе номер 13 за поддержку в проведении концерта. Зарема Хайбулаева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».